Всем хай, разнообразы, с вами Разнообраз. Ну и вот я и закрыл флеш Айзека на стримах, хоть это было месяц назад. И как по мне, это было прикольно рестартить и искать типа как с фетусами. Лес, серьезно, то это было достаточно интересно посмотреть на старого Айзека с его багами, дисбалансными комнатами и фигово сбалансированными айтемами. И очень хорошо, что в последних дополнениях обычного Айзека сделали игру, которая максимально отличается в хорошем плане от флеш Айзека. Но от оригинального Айзека ты тоже по-своему получаешь хороший опыт. И мне как минимум запомнится игра, в отличие от других флеш-игр. Потому что по меньшей мере я в нее наиграл 90 часов. Так вот, это завершающая катка по закрытию всех персов, и я ее решил закончить Кайном. Хоть это и самый легкий персонаж, но я решил начать со сложных и завершить уже легкими, по моему мнению. Ну и по дефолту еще я нашел в этой катке эпикак, как во множестве прошлых успешных забегов, и чисто по кайфу завершил данный забег, как и остальные 6 забегов на хард сложности. И если вам интересно посмотреть на прошлые забеги, то ссылочка на те стримы будет в описании. И, кстати, тоже заходите на мои стримы на YouTube и на Твиче, так что фоловьтесь. Но я не буду вас отвлекать и перейдем к последнему забегу. Все, жалко, в прошлый раз так не получилось. Все, найс. Все, остается Кайн. Ну, Кайн это по сути себе легко должно быть. Все, буду сейчас опять ролить миллион лет и пикаки, и фетусы. Да. Повезло. Плюс еще это как у Excel. Нормально. Золотая, нормально. Хорошо, прям очень. Что за карта? Дес. Ну ладно. Можно пойти паролить автомат и идти уже на босса. Все. Я не помню, у меня, по-моему, ни разу не упадала эта хрень. Не? Или упадала, я не помню. Дает вам фамильяра, похожего на брата Бобби, который медленно плывет по комнате по схеме, похожей на гляделку, стреляет дальнобойными призрачными самонаводящими слезами с высокой скоростью выстрела. Если у вас есть другие фамильяры, они будут следовать за душой и ДДД вместо Исака. Прикол. Не знаю, что такое есть. Ой. Ну, хотя, чё я ойкаю, нормальный босс? С него выпадет фамильяр нормально. Который тоже будет со мной... То есть будет два летающих самонаводящихся фамильяра. Во, стоп. Написали же то, что он будет летать за ним. Ну ладно. Странно. А, вот, летает реально. Это прикол. Ну все. Да, иду по Некселю. Был бы у меня просто фетус, был бы имба. Но у меня эпикак. Что тоже, конечно, хорошо, но... Ну да. Забыл. Ладно. Что пропадает золотое говно, когда ты перезаходишь в комнату. Ладно, на геничек. Где-то здесь должна быть суперсекретка. Где-то прям, ну, точно вот, ну, здесь. Ну, или здесь. Не понял. Во. Говно. Ну, это хорошо. Ой, лестницу надо, лестницу надо. Ну, фамильяра вот это вот, конечно, прикольная фигня. Но мне фамильяры, по сути, не нужны на эпикаке, я не зажимаю. Если просто нажимаю, то вот, только один выстреливает, и все, одним выстрелом. По сути, в этом нет смысла. Так что это одновременно и хорошая тренька, но мне она не нужна, по сути, себе. Ну все, на босс, тема. Стоп. Я не встречал чада чемпионского ни разу, кстати. Прикол. Ну, я не узнаю, что он делает. Никогда, видимо. Ладно. Плюс хпшка, плюс еще здесь вот этот вот есть типчик. Джастис сразу же, пилюля. Очень даже хороший айтем, очень даже. Хм. Нормально, сюда. Гений на мне. Топовая комната. Как обычно. Как я не получаю урон. Ладно. Свалите маски, пожалуйста. Все. Используй, блин. Эту хрень. А? Да блин, а. Так, все нормально. Да, что? А, понял. Да не та муха, блин. Да выйди ты. Да ты серьезно. О, да. Здесь... Ну, если был бы Temperance, тогда было бы нормально, а его уже нету. Так, ну ладно, на босса. Ну, нормально. Ай.
Да, блин. А, и, кстати, ой, сумочка не упала. Печально. Ладно. Да, придется без вот этого тринкити. Печально. Хотя тринка прикольная, мне понравилось. Достаточно интересно. Но немножко бесполезная на эпика. Зачем я взял сердце-то? Ладно, гений на мне, как обычно. Да. Ну, его сразу же потерял, так сказать. Нормально. О, может боролись. Может там синие сердца выпадут. Нормально. Это до конца игры карта. Все. Я взял бы эту треньку бы тоже, но у меня нету сумки. Супер секретка, и ну, в комнате будет даже что-то нормальное. Это как так вообще? Конечно, на любом другом персонаже это было бы говно, просто автомат встретить. Но на Кайне это хайп, с которого еще выпадало дофига синих сердец. Это что за летающая хрень? Что за бред? Что вот это вот? Что это? Почему она двигается? Почему об это стакаются мои эти выстрелы? Что это? Больше немножко. Откуда здесь бомбы были? Ладно. Что за бред? Происходит какой-то. Не, ну это выигрышный 100% ран. У меня засан есть. У меня до хера хп. Ну, мне этого хватит. Не знаю, зачем защищать еще комнаты, но почему нет? А, кстати, я забыл про ангельскую-то зачистку эту. Я уже забыл про нее, что она существует. Хотя я про нее в прошлом ране говорил, то что где она. Ну, видимо, ангельской зачистки не будет. Странно. У нее, видимо, реально есть какой-то шанс. Ну, возьму. Ладно. Хайпы. Нормально. Пусть красный. О, у меня полет появился. Сюда. Капец, у меня сердец красных. Это я просто за сан юзаю и, ну, и все смогу это восстановить легко. Кстати, так можно делать. А, у меня же полет тоже. Гений на мне. Ладно, как обычно. Топ-комнат. Да, а, да, они умеют ломать. Ну, сейчас, видимо, все синие я как раз на них потрачу, и потом пойду в кусачку. Ну, видимо, так и есть. Кстати, сейчас будет. А, ну и... так, юзаю. Такой вот. Темку. Ну, мало как я, конечно, и урон наношу. Белое заберу и все. И по некселю. Капец, у меня красный сердец. Не знаю, то, что есть комнаты прям со всеми вот этими, то есть, гнилыми типами с глазом. Блин, ну я за последнее время что-то слишком много нового вижу в этой игре. Ой, топ-комната. Тоже первый раз вижу. Лучше в своем роде, видимо. Как обычно. Спасибо за ключ. Естественно, за ним я полезу. Ну, можно. Ну, нельзя. А, монстр лутернулский. Это что за бред? Полный бред. Что это? Такой небольшой. Живу. Ладно. Нормально. Возьму. Какая разница? Все нормально. Душу. Ну, урона, конечно, мало. В сравнении с прошлыми ранами. Там вчерашними, сегодняшним. Не, даже. Но хп у меня до хера. Просто так, что нормально. Я даже, кстати, оставил утерну хард свою. Ладно. А, здесь бомб, ладно. Не, спасибо. Не знаю, как это будет работать, но здесь синергии не работает. И это тоже, пожалуй, не буду брать. Спасибо. Ладно, нормально. Если что, я могу просто заюзать за сан и все. Потому что, в принципе, я не боюсь. Нормально телепортировался, вошел сверху, вышел, точнее, вошел сверху и появился снизу. Топ. Опять Локи. Локи легкий, по сути. Ну, я урон сейчас получил, естественно. Как-то в тупую. Но это дефолт еще. Опять. Просто укрытий нету всяких. Обычно за укрытиями прячусь, ну ладно. Вот было бы классно, если здесь бы синергии нормально работали. Я бы взял бы сейчас четверной выстрел, короче. А, взял бы и сразу же 4, так сказать, выстрела и пикак бы шло. А не заменялось бы как-то. Если бы это работало бы здесь, это было бы такая имба. Это вообще... Конечно. Фетус? А у меня же... Да, у меня есть.
Ну, можно пару флу взять. У меня, конечно, он заменится, но у меня есть улучшение для Фетуса сразу же. Нормально. Так, пойду еще на белое сердце возьму. Капец, у меня три ряда красных сердец. Нормально. У меня фул хп, потом мне может все хп снести босс, и я могу еще его полностью восстановить. Что здесь? У меня просто имбабил какой-то, я просто танк. Ты куда отправляешь, друг, свои выстрелы-то? Хорошо, что я синий низу. Блин, буб вонючий, иди нахер. Тебя даже сам папич ненавидит, понимаешь? Он моменталку хочет сразу, инста! Это непобедимый босс, забейте. Еще одно красное сердце. А, красное сердце, они засчитаются. Ладно, плюс на макс, кстати. Жалко, конечно, что нельзя собрать миллион полос сердец красно. Было бы это... Ну, это, ну да, это было бы полная имба. Это и так имба, это было бы еще полное. Три ряда сердца, которые можно потратить и потом восстановить фулл хелсом или засаном. Это вообще, это было бы такое. Фух, ну все. В принципе, изичка еще будет. В принципе, да. А, капец, как же я долго стреляю, это же, по-моему. Ой, мухи еще будут мешать бомбам. Буду из-за этого впритык стрелять. Где мои мухи? Мне даже не страшно выйти. Да, не, похер вообще. Вам просто сам завезу и все. Ну, лучше бы я оставил, кстати, возможно, эпикак. Не знаю. Я плюс урон же получил еще. Но я не знаю, что я плюс урон получу. Мне даже засад не понадобился. Eternal Personalities. Не знаю, что это. You are Eternal. Нормально. Капец. Жива какая-то полная. Ну все. Это был лазобег. Да. Это у нас Торкайн. Да. Все. Наконец-таки. Кайф. Всех закрыл персонажей. Сегодня. Eternal God. You is good. Platinum God, OMG, 110%. А вроде должны поменяться здесь, не? Да-да-да. Капец, Eternal God. Сюда!